Итак, ребята, всем-всем-всем-всем привет! Наконец-то я снова с вами в прямом эфире. Люди уже у нас потихоньку набегаются, это очень-очень хорошо. И сегодня хочу сказать то, что сегодня у нас будет вот что на стриме. Стрим будет вообще посвящен у нас розыгрышу пинпоинтеров. Кладоискатели знают, что это такое. Это мини-металлоискатель, который помогает нам именно в поисках мелких находок. Хочу сказать, что по своему опыту он действительно облегчает труд, особенно на шурфах. Как вы знаете, я, грубо говоря, один из таких людей, шурфологов, занимаюсь именно шурфами. И он действительно очень-очень сильно помогает. Так что рекомендую, если вы сегодня кто-то из вас не выиграет, рекомендую его прикупить. Gold Hunter. Вот он у меня в руках. Вот этот вот прибор мы сегодня будем с вами разыгрывать. Итак, ребята, все, время пришло. Начинаем. Давайте вздохнем, выдохнем. Переходим на страничку. Заходим к себе на страницу в поиске. Так, давайте вот, друзья, тут еще два друга напросились. Давайте их вставим. Может, они успеют. Так, заходим в группу. Вот он, этот розыгрыш. Розыгрыш ценного приза пинпоинтера. Берем эту ссылочку. Заходим. Все условия, ребята, здесь прописаны. Розыгрыш там осуществляется. Всего-навсего было три условия. То есть это на YouTube канал должен подписываться, но он не отследит. И самые две важные, это нужно будет вступить в группу. Вот. И сделать репост. Все. Вот и все правило. Копируем ссылку. Заходим в рандом. Вот он, этот рандом. Здесь есть кто лайкнул, поделившийся с друзьями и все пользователи. Я возьму все пользователи группы. Вносим сюда ссылочку нашего розыгрыша. Сделали. И да-дам, мы вошли. В данном случае у нас число участников 303 участника. Здесь вот все у нас люди есть. То есть все-все-все. Может кто-то свою фотографию даже увидит. Вот. В общем, большое количество людей. И давайте нажмем вот на эту кнопочку. Узнаем победителя. Та-дам! Валерий Гришкин. Давайте посмотрим, соблюдает он все правила или нет. Зайдем к нему в группу. Так, смотрим. Есть. Репост есть, ребята. Есть репост. Валерий Гришкин сделал несколько репостов даже. Молодец, перестраховался. Молодец. Репост есть. Но это одно он условие выполнил. Давайте зайдем ко мне в участники. Посмотрим, есть ли он здесь. Если сейчас его фамилия, ник выскочит, он наш победитель. Перекрестились все и есть, все. А победитель у нас Валерий Гришкин, Фрязино, Россия. Заходим к нему в группу и смотрим. Семейное положение, женат. В общем, откуда он у нас? Давайте, давайте, давайте. Был на сайте 17 минут назад. Так, о нем практически я тут что еще могу узнать-то? Так что, Виталий, Валерий Гришкин, зайди ко мне в ВК. Зайдем мы, вернемся. Между прочим, надо Виталию написать. Написать нужно, что он выиграл-то. Зайдем, напишем сообщение. Так, Виктор, привет. Валерий. Вы нас знали. Победитель. Розыгрыша. Вы на меня. С вас. Адрес. 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 С индексом. Адрес. Адрес. Адрес.
У меня все по чесноку, ребят. Так что уж извините, что есть, то есть. Победитель, вот, он выиграл. Валерий Гришкин, я тебя поздравляю. Заходи ко мне в ВК, оставляй свои данные, адрес, индекс и этот пинпоинтер, вот этот пинпоинтер, я отправлю тебе, и ты будешь счастливым участником, пользоваться им именно на металлокопе. Так что, Валерий Гришкин, мои поздравления от души. Рандом сыграл свое, как говорится, грязное дело. Кто-то, наверное, расстроился, но один человек у нас порадовался. Так что, если у нас в прямом эфире Валерий Гришкин, отпишись и порадуйся вместе со мной. Я вот радуюсь за тебя. Спасибо большое. Валерий Гришкин, я тут. О, ребят, а кто-то говорил, что Валерий Гришкин у нас отсутствует? Нет, вот он победитель. Ребят, он в прямом эфире. Молодец, мои поздравления, Валерий. Ты стал победителем. Молодец, что сделал все правильно. Сделал репост до розыгрыша. Вот. И являешься непосредственно у меня в группе участником. Так что, Валер, мои тебе поздравления. Я тебе смс в ВК отправил сообщение. Так что, будь добр, напиши свой точный адрес с индексом, чтобы посылка дошла без каких-то либо проблем. Александр, приветствую. Значит, забрал посылочку сегодня. Вот она, посылочка. Сейчас буду вскрывать, что там внутри, покажу. Так, вскрыли пакетик, вот этот. Коробочка, запечатанная, обматанная скотчем. Вскрываем дальше. Вскрыли коробочку вот эту. И внутри вот такая штука. Вот. Сейчас будем смотреть, что там внутри. Ну, супер, конечно. Очень приятно. Вскрыл дальше коробочку. Вот эту. Вот эту. Значит, в ней сам пинпоинтер. Gold Hunter. Чехольчик к нему, чтобы на поясе носить. Тренчик, чтобы не потерять. Паспорт к аппарату будем изучать. Дисконтная карта магазина shopdetect.ru. Так, Александр, хочу поблагодарить тебя. На самом деле очень приятно. Вещь, несомненно, полезная. Думаю, что пригодится. Хочется сказать вот тем людям, которые, наверное, все-таки такие будут, что все нечестно, все заранее спланировано и так далее. С Александром я знаком не был никогда. Я был просто подписчиком его канала и смотрел его ролики. Все произошло на самом деле случайно. Выполнил все его требования, которые он просил при розыгрыше этого пина. Вот и все. Все по-честному. Всем добра. Сань, тебе респект и удачи под коту. Спасибо большое. Валерий Гришкин, я тебя поздравляю. Викуся. Я тебя понимаю, Викуся. Понимаю. Ну, в следующий раз повезет. В следующий раз. У нас это не последний розыгрыш. Будет на 15 тысяч подписчиков. На 20 тысяч подписчиков. Так что принимайте участие, следите. Все у меня будет на YouTube канале, все рекламные агитации, будут тесты того или иного, чего нам будет предоставлено на розыгрыше.